Ну, это, конечно, хай-класс. Пер. Халилович. Тяжело. Понятно все. Это Халилович. Измучил всех. Измучил перекладину. Долго-долго высматривает Пике. И, пожалуйста, переиграл в этой дуэли взглядов Куртуа своего оппонента. Это 11-метровый бельгийца. Не дернулся до удара. Долго-долго пытался его подловить Пике. Но вот уроки Иньесты быстренько заучил Куртуа. Ну, Сандро Рамирес ни в какие гляделки играть с Куртуа не собирается. Он не в том статусе сейчас. А. Да, исполнил шикарно. Да, победа Челси. 4-2 в серии пенальти. Луи крыли свои 11-метровые. И Тибо Куртуа большой молодец, что переиграл Жерара Пике. Итак, Челси набирает 4 очка, команда перемещается на 5-е место и...